Ночь начиналась, как обычно. Жители домов на Тисовой улице, что на окраине Лондона, укладывались спать. Они и представить не могли, что вскоре вокруг начнут происходить очень странные вещи. Когда наступила полночь, с неба на улицу спустился огромный летающий мотоцикл с седоком-великаном. Великан, которого звали Хагрид, подошел к дому номер 4 и положил у порога небольшой сверток. В свертке спал ребенок. Гарри Поттер. Мальчик, который выжил. Следующие 11 лет своей жизни Гарри провел со своими дядей и тетей. Они всячески изводили мальчика, и тому оставалось лишь тихо тосковать в своем чулане под лестницей. Но однажды к Поттеру пришел уже знакомый нам великан Хагрид и передал приглашение в знаменитую Хогвартскую школу чародейства и волшебства. Они вместе отправились в косой переулок за школьными принадлежностями. По дороге Хагрид заглянул в гоблинский банк Гринготс и забрал оттуда маленький сверток. Потом Гарри отправился на вокзал, нашел волшебную платформу 9¾, и вскоре сверкающий поезд-экспресс увез его прочь из неприветливого мира обычных людей. Через несколько часов Гарри уже сидел на школьном собрании. Директор Дамблдор изложил новичкам правила поведения, а напоследок строго запретил ходить в коридор на 3-м этаже. Потом началась церемония распределения новичков по факультетам. Гарри боялся попасть в Слизерин, там готовили злых колдунов, и очень хотел, чтобы его определили в Гриффиндор. Только не в Слизерин, повторял он про себя, когда на его голову надевали говорящую, распределяющую шляпу. Только не... «Значит, не в Слизерин?» — произнесла шляпа прямо ему в ухо. «В Слизерине ты мог бы обрести славу и власть, ведь у тебя есть все задатки». «Нет? Ну ладно, если ты в этом так уверен, тогда...» «Гриффиндор!» Пожаловать в Хогвартс, школу чародейства и волшебства. Я Альбус Дамблдор, директор этой школы. Помни, Гарри, Хогвартс полон тайн. Ты можешь заглядывать в каждую дверь, которая попадется тебе на пути. Но будь осторожен, тайны бывают разные. Например, сегодня утром я ошибся коридором и нашел комнату, полную шоколадных лягушек. Но когда я вернулся туда, обнаружил только злющую гигантскую улитку. А теперь вверх по лестнице и на урок. Не опаздывай. Гарри, это я, Рон Уизли. Помнишь, мы познакомились в поезде?
Мои братья Фред и Джордж хотят кое-что показать тебе. Идем. Идем, Гарри. Привет, Гарри. Мы поможем тебе освоиться в Хогвартсе. Тебе предстоит многому научиться. Иди за нами. Мы проведем для тебя свой секретный урок. Увидимся на защите от злых сил. Удачи, Гарри. Сейчас ты научишься прыгать и лазать. Подбеги к книжному шкафу и продолжай нажимать клавишу движения вперед. Раз-два, и ты уже наверху. Там есть несколько всевкусных конфет Берти Бот. Собери их и иди в следующую комнату. Очень хорошо. Теперь давай займемся прыжками. Чтобы прыгнуть, тебе надо подбежать к краю и нажать клавишу прыжка. Если упадешь, ты всегда можешь снова забраться наверх и начать все сначала. Встретимся в следующей комнате. Мы будем ждать тебя там. Это полтергейст Пивз. От него одни неприятности. Берегись Пивза. Он терпеть не может первокурсников. Молодец, Гарри! У тебя здорово получилось! Если ты найдешь какую-нибудь интересную штуковину, а в Хогвартсе их полно, просто подойди к ней, и она окажется у тебя в кармане. Шоколадные лягушки восстанавливают силы, а все вкусные конфеты Берти Бот просто прикольно собирать. Мы их тоже собираем. Гарри, нам нужно 25 конфет. Приходи, когда они у тебя будут. Когда соберешь конфеты, мы покажем тебе дорогу на урок. Чтобы попасть на урок заклинаний, пройди через потайную дверь над шкафом. Удачи!
Так-так-так, наш знаменитый Гарри Поттер. Меня зовут Драко Малфой. Не путайся у меня под ногами. Это Краб и Гойл. Они тоже из Слизерина. Оба кубка школы и квиддича выиграет наш факультет. Усвоил? Держись от меня подальше, Поттер. Пошли, ребята! Привет, Гарри. Это я, Гермиона Грейнджер. Помнишь, мы познакомились в Хогвартском экспрессе? Кабинет защиты от злых сил находится за этой дверью. Иди за мной. Я профессор Квирл. Сегодня вы научитесь защищаться от темной магии при помощи заклинания Флипенда. Смотрите, сейчас я нарисую символ заклинания. Потом вы нажмете кнопку мыши и, не отпуская ее, аккуратно обведете контур. Когда закончите, отпустите кнопку. Разве так можно, мистер Поттер? Вы можете это сделать, мистер Поттер? Постарайтесь как следует. Флипенно! Хорошо, мистер Поттер. 5 баллов факультету Гриффиндор. И еще раз, мистер Поттер. Посмотрим, что вы умеете. Флипенно! Факультет, набравший больше всего очков к концу года, выиграет кубок школы. 10 баллов факультету Гриффиндор. И еще раз, мистер Поттер, посмотрим, что вы умеете. То, что надо, мистер Поттер. 15 баллов факультету Гриффиндор. Ну же, мистер Поттер, попробуйте еще раз. Попытка достойная уважения, но этого недостаточно. Великолепно! Теперь вам предстоит тренироваться в сотворении заклинания Флипенда. Следуйте за мной, мистер Поттер. Чтобы навести заклинание на цель, нажмите и удерживайте кнопку мыши. Чтобы сотворить заклинание, опустите кнопку. Воздействуйте заклинанием на эту бочку.